Ученики одной из мозырских школ отправились на ночевку, конечно, в сопровождении взрослых. Для отдыха выбрали живописное место возле деревни Лучежевичи. Разбили палаточный лагерь, пошли купаться. Одна из девушек встретила знакомых из числа местных парней. Выпившие ребята решили отпросить подругу у воспитателей. Те, естественно, не отпустили. Начался словесный конфликт с элементами дебоша. Парни отправились назад в деревню. Воспитатели, собрав детей, ретировались в город. В суматохе вещи не забирали. А в это время местные вновь решили вернуться на разборки. Увидев, что все уехали, погрузили палаточный лагерь, причем целиком, палатки, кастрюли, обувь и даже мусор. Мозырским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному 17 июня текущего года по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кража, совершенная группой лиц. Уголовное дело возбуждено в отношении трех парней, один из которых является несовершеннолетним. Молодые люди не могут объяснить, зачем им понадобился палаточный лагерь. Говорят, в состоянии алкогольного опьянения потеряли контроль над собой.